Ни стыда, ни совести. Одним словом, жулики. Средь бела дня похищают из музея картину Айвазовского и решают обмыть удачную операцию. Однако не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Пили всю ночь, гуляли всю ночь, а картина-то пропала. Все это очень странно, не находите, но весело. Комедия «Рататуй» вечером в пятницу на телеканале «Самара ГИС».